Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Какому бы специалисту я ни приходила на интервью, все говорят об онкологической настороженности. Но ничего не поделаешь, такое время мы сейчас живем. Примерять на себя болезни, конечно, не надо, но знать симптомы и возможные причины лишним не будет. Рак толстой кишки – одно из наиболее опасных и коварных онкологических заболеваний. В Приморском крае ежегодно выявляется почти 1000 новых случаев болезни. В наибольшей степени ей подвержены люди старше 40-45 лет, как мужчины, так и женщины. Коварство рака толстой кишки заключается в том, что поначалу опухоль не имеет каких-то определенно специфических черт и симптомов. И человек может не знать, что у него имеется злокачественное образование. И поэтому опухоль толстой кишки на ранних стадиях у человека, к сожалению, выявляется случайно. Например, в ходе профилактического осмотра при дополнительной диспансеризации взрослого населения или в ходе других медицинских осмотров, это наличие скрытой крови в кале, которая определяется с помощью специальных методов гемотест. Тогда обнаружение признаков крови в кале позволяет выявить и заподозрить у этого человека наличие доброкачественной или злокачественной опухоли толстой кишки. К сожалению, в 25% случаев заболевания выявляется в поздней стадии. Симптомами распространенного рака толстой кишки являются кишечные расстройства. Это вздутие живота, это неустойчивый стул, запоры или поносы. Может проявиться заболевание появлением крови в кале. Другим симптомом распространенной опухоли являются боли. Они наступают, когда опухоль приобретает большие размеры. При этом лечение становится сложным, длительным. У кого повышенный риск развития рака толстой кишки? В первую очередь это люди после 45 лет, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие вредные привычки, погрешности в питании, лишний вес, особенно в области живота. Вот у этих людей риск развития заболевания в десятки раз выше, чем у людей, у которых отсутствуют вот эти вредные факторы. Им в первую очередь необходимо регулярно проходить обследование, диспансеризацию с исследованием кала на скрытую кровь с использованием иммунологического метода. И при положительном результате вторым этапом необходимо выполнение колоноскопии. В настоящее время колоректальный рак не является приговором. Он успешно лечится, особенно на ранних стадиях. На сегодняшний день у нас есть все необходимое для успешного лечения рака толстой кишки. Это современное хирургическое пособие, лучевая терапия с использованием линейных ускорителей и противоопухолелекарственная терапия с типированием пациентов и добавлением к их лечению новейших таргетных препаратов. Сбросьте лишний вес, нормализуйте питание, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь физкультурой, спортом, делайте упражнения на пресс, закаляйтесь, укрепляйте иммунитет, не откладывайте заботы о здоровье на потом, начните сейчас. Сейчас расскажем, сколько стоит во Владивостоке сделать такую актуальную процедуру, как ФГДС – фиброгастродуоденоскопию, или так называемое глотание лампочки. Напомним, что ФГДС – одно из самых достоверных исследований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Помогает выявить язву, полипы, опухоли. Обследование можно пройти в следующих медицинских центрах. Тест на бактерию Helicobacter pylori включен. За последнее время ко мне дважды обратились, по сути, с одинаковыми вопросами знакомые. Они спрашивали, можно ли поменять больницу, в которую направили их родителей по скорой помощи. Честно говоря, я не знала ответ на этот вопрос. И вообще, что нам положено по полису ОМС? Бесплатно, конечно. Какая помощь? Сейчас все точно узнаем в страховой компании. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Спасибо, что согласились с нами побеседовать, потому что вопросов к вам, ну, действительно большое количество. Один из первых. Обязательно ли, чтобы получить медицинскую помощь, бесплатную, конечно, я говорю сейчас, иметь полис ОМС?
Да, действительно, чтобы получать медицинскую помощь в полном объеме, каждый пациент, каждый человек на территории Российской Федерации должен иметь полис обязательного медицинского страхования. Но это не значит, что при отсутствии полиса медицинская помощь не будет оказана. При отсутствии полиса медицинская помощь оказывается скорая медицинская помощь и помощь, которая относится к неотложной и экстренной. Вся остальная помощь при отсутствии полиса уже будет оказываться за счет личных средств граждан. Если человек сменил место жительства, переехал в другой город, ну, в любой другой населенный пункт, полис надо менять? Нет, полис выдается один раз, и человек с ним может прожить всю жизнь. Полис меняется только в том случае, если пациент, человек застрахованный, поменял фамилию, имя, отчество. Правильно ли я поняла? Переехала, например, я в Санкт-Петербург. И если там не действует моя страховая компания, то мне надо найти там новую. Если вы там будете недолго, то не надо ничего искать. А если жить? А если жить, то да, имеет смысл поменять страховую принадлежность и получать полис, страховую принадлежность, то есть прикрепиться к той страховой медицинской организации, которая там на территории контролирует, проводит экспертизу и информирует застрахованного об объемах, сроках. Сказать, что полис... Если у вас только Восточно-страхового альянса, а его нет там, например, в Питере или в Москве, и вам медпомощь не окажут? Нет, конечно, медпомощь оказывают на территории всей России. Россияне привыкли, что если что-то случается со здоровьем, надо идти в поликлинику по району, даже если там не нравится. Но на самом деле сейчас все изменилось, и ты можешь выбирать себе, да, ту клинику для наблюдения, которая тебе больше нравится, там отзывы хорошие. Не совсем так. Пациент, если ему, да, он заболел или там, значит, ему надо полечиться, он выбирает поликлинику один раз в год. В любой день? Он может выбрать, вот он решил, что я хочу прикрепиться к этой поликлинике. Он идет и пишет заявление о прикреплении к данной поликлинике. Выбирает лечащего врача. Это все прописано в законодательстве. Выбрав лечащего врача и поликлинику, терапевта. Но сначала он выбирает поликлинику, а потом уже и врача. Этот врач уже должен следить за тем, чтобы у пациента была проведена профосмотр, диспансеризация, то есть следить за его здоровьем. Своевременно проведены профилактические прививки. То есть врач ответственен за этого человека. Поэтому, когда говорит, что пациент хочет выбрать и ему хочется пойти в другую поликлинику, нет. Если он решил, что эта поликлиника его не устраивает по каким-то параметрам, он ее может поменять, написав заявление на прикрепление к другой, но не раньше, чем пройдет год от первого его прикрепления. То есть, если он летом пришел и прикрепился в шестом месяце, значит, год будет в следующем году, в шестом месяце. Но если я там прикреплена уже 5-10 лет, неважно, тогда как мне? Пожалуйста, и тогда у вас уже год давным-давно прошел, идите, прикрепляйтесь в другой. В любой день. Но просто есть пациенты, которые говорят, сегодня я хочу к этой поликлинике, а завтра я хочу уже к этой поликлинике, а послезавтра к той. Вот для таких застрахованных мы говорим, что вы можете реализовать это право один раз в год. Ольга Юрьевна, действует ли это правило на выбор стационара? Может ли человек выбрать больницу, в которую его направляют для лечения? Значит, если медицинская помощь оказывается экстренно и неотложно, когда требуется быстрая госпитализация пациента, тогда никакого выбора нет. Тогда пациента скорая помощь либо лечащий врач направляет в дежурный стационар по маршрутизации, которая утверждена на территории Приморского края. Если же помощь плановая, тогда, когда пациент получает направление на госпитализацию, лечащий врач его должен известить о том, какие медицинские организации оказывают медпомощь на территории Приморского края и в том объеме, который нужен данному пациенту. То есть, если человеку предстоит операция на сердце, например, да, и врач-терапевт ему озвучивает, что эту помощь оперативную вы можете получить и перечисляет медицинские учреждения. Тогда может выбрать и сказать, я хочу вот в эту медицинскую организацию. Когда врач извещает о том, где есть эта услуга, может быть оказана, он должен известить его о сроках оказания этой помощи.
Потому что информация на самом деле должна быть у каждого лечащего врача о сроках ожидания и очереди в той или иной стационар. Вот. А в том числе и об объемах, потому что есть медицинские организации, которые участвуют в системе ОМС, но у них очень небольшие объемы, да, и если к середине года пациент приходит и говорит, вот я хочу туда, я знаю, что они оказывают эту помощь в системе ОМС, но объемов у них уже нет. То есть план на плановую операцию в этот стационар пациента направить нельзя будет. Значит, выбираем из тех, кто может, и у кого есть объем, пожалуйста. Получить эту информацию – это зона ответственности лечащего врача. Лечащего врача. Все вопросы в первую очередь врач, пациент должен задавать своему лечащему врачу. Эта информация от стационаров, она всегда объективная, ведь они параллельно могут оказывать и платную помощь. И люди говорят между собой, что… пациенты потенциальные, да, что им может быть выгоднее взять платного пациента, а не бесплатно делать какую-то операцию. Значит, платную помощь запретить медицинским организациям делать страховая медицинская организация не может. То есть они это действительно могут делать, и они это оказывают. Но существуют сроки оказания медицинской помощи, которые должны соблюдаться медицинскими организациями. И поэтому прежде чем пациент придет и заключит договор на платную медпомощь, сначала надо позвонить в страховую компанию и спросить, а правильно ли, а могу ли я получить эту помощь в системе ОМС. И зачастую, в общем-то, выход страхового представителя туда на место решает проблему, и находится и время для госпитализации, и место для госпитализации, и все в сроки, которые утверждены законодательством. А, у нас есть такие возможности, да? У нас есть такие возможности. У нас, у пациентов есть. И у пациентов есть такие возможности. Пациенты зачастую, и часто бывает так, сначала они подпишут договор, а потом пишут жалобу, почему я заплатил. У нас есть телефон горячей линии, который работает круглосуточно. Мы всегда говорим, вы позвоните и спросите. У всех страховых компаний есть телефон горячей линии. У всех есть телефон горячей линии. У всех. У нас на телефоне горячей линии сидят специалисты, которые отвечают на типовые вопросы, где, какую помощь можно получить. Если требуется, скажем так, участие врача, то есть врач-эксперт, который тоже отвечает на вопросы. Тогда его либо переадресуют этому доктору, либо этот врач свяжется с застрахованным и решит уже в, скажем, экстремально короткое время его вопросы. Только надо звонить. И мы помогаем. Да, Ольга Юрьевна, научите нас, где можно получить достоверную помощь, что нам положено по полису ОМС. Где эти сведения? Значит, сейчас все люди у нас пользуются интернетом, поэтому полный перечень того, что положено по полису ОМС, совсем с этим перечнем можно ознакомиться на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования www.oms.pk. В разделе нормативной базы есть программа государственных гарантий, территориальная программа государственных гарантий и территориальное тарифное соглашение, в котором расписано все, какие услуги и даже стоимость этих услуг. Поэтому это все есть. А травмпункты, кстати, входят? Конечно. Полностью работа всех врачей-травматологов, в том числе и травмпунктов, входит в рамках системы ОМС. И рентген там есть? И рентген, и КТ, и МРТ, если это необходимо, то это все делается в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Прекрасно. Мы уже так привыкли, мне кажется, платить за определенные вещи, что даже мысли не допускаем, что это можно сделать бесплатно. Дело в том, что пациенты не спрашивают, а можно ли это сделать бесплатно. Им говорят, вот вы можете сейчас пойти и сделать это платно. Пациент идет, платит, деньги делает. Хотя на самом деле есть сроки ожидания. 14 дней, тоже КТ или МРТ исследование. Если пациент спросит, а могу я получить это в рамках системы ОМС, ему могут сказать, да, можно, но вам надо ждать 10 дней. Не всем же надо бежать и срочно и сейчас это делать. Кто-то может подождать эту неделю, 10 дней. Поэтому надо задавать вопросы. А вот такой подход из жизни. Если надо сделать УЗИ, но по полису говорят, приходите в определенный день, к 8 утра живая очередь. Но, скорее всего, вам не хватит, да, этих.
Ну, либо вы можете прийти и сделать это за деньги. Вот насколько правомерен такой подход, что в один день дают какое-то количество талончиков и все. И люди, конечно же... Ну, это неправильно. На самом деле, когда врач назначает УЗИ-исследование, он уже должен сказать, на какой день и на какое время ему предлагается это исследование. Поэтому я и говорю, что прежде всего и все вопросы надо задать своему лечащему врачу. Угу. А это должна организовать администрация медицинской организации, чтобы у врача была информация, когда, какое, в какое время есть свободное время на то или иное вид исследования. Поэтому если лечащий врач вдруг не может ответить на вопрос, который задает пациент, есть замы по клинико-экспертной работе, есть начмед медицинских организаций. Пациенты должны не бояться идти и решать проблемы сразу на месте. Как иногда говорят, ну раз не спрашивать, значит все хорошо. Поэтому надо озвучивать и говорить, все свои вопросы задавать, значит, вышестоящей администрации. Ну, русские люди, мы своеобразные, мы в чем-то такие резкие и дерзкие, а в чем-то боимся лишний вопрос задать, что касается медицины. А вот интересно, перечень бесплатных услуг, ну, по ОМС, он одинаковый по всей стране нашей или где-то может отличаться, от чего это зависит? На самом деле перечень медицинской помощи, которая оказывается в системе ОМС, она одинаковая и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации. Перечень, кто участвует в системе ОМС, тоже есть. То есть какие медицинские организации, mm-hmm. можно посмотреть. Перечень исследований, перечень лабораторных исследований. Что в минимальный набор исследований входит в поликлинике, которую вы выбрали. То есть там есть все. А вот смотрите, если в той поликлинике, которую я выбрала, нет МРТ, а, допустим, оно необходимо, то врач мой лечащий может меня направить на бесплатное обследование туда, где это есть, или как? Конечно. Для этого существуют приказы маршрутизации Департамента здравоохранения, Министерства здравоохранения Приморского края. И там прописано, что пациенты какой поликлиники и куда направляются в случае, если этого оборудования в данной поликлинике нет. Все эти правила, про которые мы сейчас говорим, они актуальны как для взрослого населения, так и для детского? Да, конечно. Ну, в общем, получается, конечно, нам много чего положено пациентам. Надо внимательно смотреть и изучать свои права и возможности, да? Если все же, что часто бывает, пациент сталкивается с тем, что либо не предоставляют, мотивируя это теми или иными сложностями медицинской организации, услуги, либо там чуть ли не бинты и вату говорят купить и принести. И если с лекарственными препаратами тоже такая же история, кому жаловаться, какая помощь может быть оказана, вот какой здесь алгоритм. Когда пациент получает направление на госпитализацию и ложится на стационарную помощь с готовым перечнем обследований, который должен быть при госпитализации, то он должен понимать, что госпитализация по полису ОМС – это госпитализация бесплатная. Все, что ему там должны предложить, это должно быть бесплатно. То, что регламентировано платными услугами, это постановление правительства 1006, там написано, да, по желанию пациента платно, может быть индивидуальный пост или препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, если это не является угрозой жизни пациенту или эти препараты не требуются. Здесь, да, может врач сказать, вы знаете, вам было бы неплохо вот этот препарат, но он будет платный, потому что он не входит в перечень ЖНВЛП. Вот в данном случае, да, это могут быть. Все остальное, это все бесплатно. Поэтому прежде чем подписать договор, что пациент согласен на платную помощь, прочитайте. Прежде чем подписать этот договор, вы должны вникнуть в суть вот этого вопроса, то, что вам предлагают, и четко своей рукой написать, что я отказываюсь от оперативного лечения в рамках системы ОМС и написать какого, то есть чтобы человек понял, от чего он отказывается. Потому что, как правило, все это, операции, лечение, оно есть в рамках системы ОМС. Обращаясь к администрации со своей жалобой медицинской организации, либо в страховую компанию пациента, но может быть уверен в том, что с его вопросом разберутся, решат его. Как вот практика на самом деле показывает?
Если пациент обращается к нам в период оказания медпомощи, то да, мы выходим и помогаем. Когда это уже свершившийся факт, который был или там месяц назад, или год назад, когда пациенты вдруг вспоминают и говорят, ой, наверное, там неправильно что-то было. И выходит, тогда уже медицинская помощь была оказана, и постфактум, конечно, это решать уже... Мы, конечно, напишем, во-первых, решать это постфактум сложнее, мы, конечно, проведем экспертизу, мы выявим дефекты, мы в рамках приказа, которого работаем, наложим штрафные санкции на медицинскую организацию, но насколько это поможет пациенту? Поэтому я и говорю, есть вопрос, позвоните сейчас. Ольга Юрьевна, спасибо огромное. На самом деле для себя даже я сделала сегодня ряд открытий. Вот, думаю, что зрителям, конечно, тоже мы много полезного рассказали. Когда мы монтировали этот сюжет, моя коллега сказала, что ни за что не даст так колоть свое лицо. Я лично без проблем. Ведь эстетическая косметология – это такие потрясающие возможности. В нашем следующем сюжете вопрос из Инстаграм. А я с вами на этом прощаюсь и желаю вам здоровья и счастья. Несмотря на довольно хорошую подкованность современных девушек в области косметологии, вопросов у них все равно остается довольно много. И один из популярных – в чем разница между мезотерапией, биоревитализацией и биорепарацией? Сейчас узнаем. Сейчас, конечно, найти нужную информацию стало намного проще и удобнее. Например, написать доктору в личный Инстаграм, получить предварительную консультацию, а потом прийти на процедуру. Сегодня у нас будет процедура биоревитализации. В данный момент наша цель сегодняшней процедуры – это легкое осветление кожи, борьба с пигментацией, увлажнение, расширенные поры, неравномерный цвет лица. Это тоже показания к данной процедуре. Итак, девушки, вносим ясность. Мезотерапия, биоревитализация, биорепарация. Чем отличаются? Какие задачи решают? Мезотерапия – это более жидкие препараты на водной основе. Там содержится менее концентрированная гиалуроновая кислота и дополнительные витамины, пептиды, антиоксиданты и так далее. Эта процедура больше подходит для возраста менее 35 лет. Биоревитализация – это уже более концентрированные препараты. Гиалуроновая кислота там плотнее. Соответственно, возрастная категория уже 35+. Биорепаранты – это обогащенные биоревитализанты, которые оснащены еще стимулирующими комплексами. То есть мы не только увлажнением кожи занимаемся, а мы еще стимулируем межклеточный обмен и решаем многие задачи. Например, у мезотерапии могут быть такие задачи, как борьба с рубчиками постакне, стимуляция лимфооттока, осветление цвета кожи, борьба с пигментацией, увлажнение кожи, борьба с различными морщинками. Биоревитализация уже решает более серьезные задачи, то есть это уплотнение кожи, работа с тургором кожи, лифтинг-эффекты. Биорепарация примерно те же задачи решает, что и биоревитализация, только мы еще занимаемся стимулированием процессов в дерме. На данный момент это самая актуальная процедура. И помните, мы все индивидуальны. Только врач на личном приеме определит, какая процедура подходит именно для вас.